Поздравить болельщиков «Спартака» с победой, долгожданной победой. А что по игре сказать? Первый период здорово отыграли, второй, третий, конечно, «Амур» нас простил, хорошо играли, двигались, «Амур» был быстрее. На полшага все время очень много удалений мы нахватали, не выиграли, поэтому считай. Мы играли очень много на меньшинстве, ребята неравноценно распределяли силы, потому что многие сидели на лавке холодные, многие играли в меньшинстве. Но, несмотря на это, при плохой игре мы заработали 3 очка. Важно, это психологически важно для нашей команды, потому что команда проиграла 6 игр подряд, поэтому нам нужна была эта победа, и мы ее добились. Спасибо. Спасибо. Мы никак, видно, не можем еще включаться до ребят, чтобы на игру играть 3 периода. То мы первый период играем очень хорошо, второй там чистую проигрываем, то, как сегодня, первый период слабо проигрываем, на второй, видно, всегда нужно там что, ругаться, что ли, видно, наверное, так придется. Ну и видно, вот эта вот неуверенность, не можем, как бы создаем моменты хорошие, не можем забить, реализовать моменты, и у ребят, как бы, уверенность в этом пропадает, что они могут там забить практически и большинство уже. Мы ничего сделать не можем, мы 5-5. И в этой игре сегодня были моменты, как говорится, забить. Но, к сожалению, пока с одной шайбы или без шайбы очень сложно добиться победы. Пожалуйста, вопрос.